Я когда не Зевс, блядь, только от меня бегал. Я убил. Ну играйте, 90! Убил. Хорошо, выиграли! Вазик, идем, идите тританом. Хорошо, Слад. Возьмите коридор, парни. Я, блядь, говорю, возьми, сука, коридор, блядь! Возьми коридор! Это колонны, да. Кулачок, брат. Если ты будешь в минусе, ты будешь кик. Капитану в минус можно играть? Не, мы его кикнем за это. Джент вышел. Блин, Дань, надо как-то приветствие смешным сделать. Да? Хочешь очками поменяться? Это очки, короче, очень жесткого игрока в стендофе. Чего? Данька-инвестора. Я люблю на ботаника. Стоп. Hello, man! С вами джентльмен... где камера? С вами джентльмен! И сегодня, как вы видите, я не один, я заехал к Даньку-инвестору домой. Данёк-инвестор. Сегодня, дорогие друзья, Данёк, я приехал к тебе неспроста, а для того, чтобы принять тебя в команду Saints. Да? А нафига да. Я в RGG играю? Чего? В общем, Даня, сегодня ты сыграешь свой первый праг за нашу команду. Сегодня ты почувствуешь себя настоящим киберспортсменом. Я не знаю, готов ты или нет, но... Я буду на первом даве сегодня. Сегодня прям будет очень жесткий потич, а самое-то важное, тебя же нужно добавить в клан, поэтому менчи. А, ты меня в сейт прям примешь? Да, я тебя принимаю в сейт. Данек инвестор, смотри, как смотрится и сочетается эта аватарка с твоим никнеймом. Окей, брат, выходи. Реально выходить с моим да, клан. Все, брат, ты теперь в сейт. Это чисто клан тащер. Так, добавь друзья, Данек, давай, принимай заявку. Ай, добавить. Все, отлично, у меня теперь новый друг, новый соклановец, новый тиммейт, обычно так все происходит. Saints, да, у меня нет человека в друзьях, я его добавляю и сразу в клан. А может вообще не добавляю, нюха мне. Тиммейт, а пригласи меня в клан. Все, пригласить в клан, братик, да, я тебя пригласил. И знаешь, друзей. Сегодня вместо кого ты будешь играть? Вместо кого? Ризена. А смотри, я тебя, кстати, ударил из друзей. Ты охуел. И мы кикаем из клана, дорогие друзья, Ризена. За счет его... Брат, ну он... Всю, а, ну он хотя стал, да, я на замене, он, на, нафиг. Он стал алкашом, брат, он стал пропускать праки, игры, плюс он очень токсичный, поэтому ну, нельзя плохо. Держать такого игрока в клане, я его выгнал. Ты киберспортсмен, твоя роль open фрагер. Ты готов вообще? Я должен всех убивать? Да. На, нафиг, let's go! Друзья, залетаем уже в лобби и начинаем! Жесткое месиво. Поехали. Вау. Так, братва, рад вас познакомить, ребят, с новым нашим игроком. Это Данек Инвестор. Любите и жалуйте. Ризеном и кикаем, к сожалению. Почему к сожалению это? К счастью, конечно же. Но приветствуем нового игрока команды Saints. Нафиг. Данек Инвестор в этой шалаше. Сейчас будет наказывать команду противников. Давай, твоя лучшая карта, Данек. Где ты прям на опенфрагере сможешь выносить всех? Братанчик, везде нафиг. Данечек Инвестор на пампе. А карта? А какие вообще карты судов есть? Я просто не особо помню. Давайте прову. Прову? Да, да. У нас, кстати, в каждом выпуске мы играем провинцию, когда мы принимаем кого-то в Saints. Давай тогда провинцию. Я так давно в судов не играл. Че вообще со звуками стало в этой игре? Со звуками, брат, все печально. Как будто звуки изменили, нет такого? Итак, дорогие друзья, Данечек, ты готов к тому, что сейчас будет карта? Готов был. Карта, провинция. Я тебе объясняю твою роль. Ты играешь на планту вместе со Стар Фоксом, братик. Смотри, сейчас сетап такой. Ты идешь на клумбу, берешь 5-7. Иди на клумбу, Дима, возьми ему в пиксель и... Почему пишет, за что мне это? Ай-яй-яй, мэнчик, ты не шаришь, как мы развалим этих кентиков. А на миду останься, говно... Понятно. Туннель. Хорошо! Пачка, туннель какой? А, вы чё? Так вот именно, блядь! Кто говорил, что это план? Б, опорники, дебилы! Штраф каждому! Данёк, ретейкаем Б сайт. Давай, 2-3. 1 Y. Ну понятно, но ему повезло, у него 3 хп. Блядь! Не так неудобно играть! Я когда не Зевс, блядь, только от меня бегают. Ребята, я на первом месте, на нафиг. Что делаем, что закупаем? Так, рабочие? эко делаем, эко раунд, смотри, Дань. Нахуй ты закупился, RIP? RIP это значит rest in peace, то есть он умер. Он сейчас умрет первым. Эко раунд играем. Ребята, ой-ой-ой, дорогие друзья, сборная общая. Пиз... Блин. Слышу топот, слышу топот. Меня закидывают гранатами. Прими я... хоть я... кого-то, Данечек. Ай-яй-яй, там все просто...
Блять, я не знаю, я... Мне неудобно играть! Ладно, это эко. Короче, my round, сейчас ребят, делаем... Я, тише, кстати... делаем занимание карты сейчас, парни, занимаем. Твоя задача сейчас пропушить мид через коридор. Давай. Пропушить мид через коридор, услышал. Да, я там смог будку. Просто пушишь там, я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй, погнали, надо. Давай, ты справишься, брат, 2-0, алло, сейнс не сдаются. Без камбэка не святых, соберись и сделай этот раунд. О, на миду есть кентик. Ну, в принципе, неплохо. На миду есть кентик. Я убил 2 лонг, ребят, можно пожить! Сколько? Минус 22, блядь. Меня не регает хитмаркеры в смог. Не ссы, сейчас закомбэчим. На! Засейви, брат, засейви просто. Пиздец. Я же говорю засейвить, послушай капитана RIP. Пиздец, дефолт, 2 кабай. 2К? 2К, до 2000, до 2000. Вот, у тебя... Ты долбанин! Давайте просто, блядь, берёмся, уже мы за КТ играем, всё, Серёж, ты сам там справишься, короче, мне на тебя насрать. Да, офигел, Никита. Это я врываюсь, второй ход. Удачи. Меня дали по... Танул. Походу ГГ, ребята. Засейви хотя бы спас, я не знаю. Попробуй калаш засейвить, выбить. Ты видел, не зарягал минус 0, мэн, ты видел этот хитмейк? Короче, парни, давайте сыграем дефолт, просто нормально, парни. А что надо мы делать? Сыпемся? Дефолт это что, куда идти? Это ты идешь, а. Все, встань, пиксель, вот на построй и чекай лонг, Дань. Сюда? Куда ты, сюда встань, вот. Я убил. Поставили плент. Да, так убил знал, еще не одну. Надо. Я дал флешку в небо. Ну играйте, 90! Убил. На, нафиг. Где общение, Дим? Дима и Даня, вы стягиваетесь вдвоем, саплента, вы можете коммуницировать? Я иду второй вход, ты можешь общаться, Дань? Окей, боссик. Тёма, дай дроп, Тёма, дай дроп. Ах, рот, не дать? Можно. 5-4 сделаем за Т, надо компечить. О, флешечка на залетела. Они лонг занимают? Походу. Ладно. Лонг. Еще его построй. Лонг калёный. Я стягиваюсь. Блять. Ну мне пи***ль, меня про... Меня игра вылетела. Джент вышел. Сейчас ребята, ливаем. Вы можете по игре общаться? Нифига себе. Инфа, что нифига себе? Что это за... Лонгу. На, нафиг. Тише, послушайте кол. Сейчас сделаем фулл бай. Просто давайте нормально сыграем. Сыграй в тоннеле, Сереж. Что, ты можешь чуть-чуть весить? В смысле? Ну, вот ты капитана двигаешь? Уважение считаю. Сыграй первый вход. Дань, встань в пиксель и не пикайся с лонгом, отходи в сайт. Я смог дал. Я стягиваюсь. Смоки прилетели, я фон. Алё, блин. Сори, у меня не было. Лоу хп! 91, дал в голову. На четверке. На миду. Четверка, 9 хп, задавите его просто и на миду, да, был? Зик. На! Хорошо, выиграли! Давайте, пожалуйста. А как у тебя всего одна смерть? Потому что я перезашел. А можно то, что сделать, то мне 7 смертей не нравится. Ты лечишь? Может быть. Брат, сделай раунд, вот почувствуй. Сделай так, сыграй так, как ты хочешь, давай. Да? Да. Ну я вообще бы в туннельчик пошел на самом деле. Мне там больше нравится отыгрывать. Что ж ты, блядь, сразу не Мидл, Артем. Ладно. О, слушай, на флеш, на лонгу. Это то же самое, мидл, у меня упор за белым. А, молик дали на клумбу. Я не знаю, я шью мид, никого не нашил, мне хае дали. Лонг. Пачка, лонг. Блин, лонг чел не попал. Давай пачка, лонг, пачка. Он лоу хп. Это... 54. Живи, Никит. Я врываюсь. 54 жив. Лонг. Лонг 54! Нифига себе. Нааааа! Нифига себе! Бэплэн 3 тейк сюда, хорошо, парни! Это было сильно. Хочешь наказать училку? На GG-шке это возможно. На пакости математички поднимайся в списке двоечников. Или помоги и возвышайся в списке отличников. Призы достанутся и тем, и другим, но на этот раз победители получат в разы больше голды. Ведь чем выше вы в топе, тем круче приз. А чтобы залутать энергию, открывай новые школьные кейсы. Один из них доступен тебе уже бесплатно по моему промокоду. Также забирай этот код на обновленный барабан-пулемет и лутай топовые призы. Залетай в обновленное окно приложений, выбирай любую удобную страну и сразу увидишь все бонусы и удобные способы оплаты для твоего региона. Получай газировку за каждое зачисление и трудовик превратит стеклатуру в топовые скинчики. А за домашку отныне можно будет лутать колду. После GG тебе будет чем похвастаться в школе, а я, пожалуй, пошел собирать свой портфель. Время-то уже видели? Ах да, возвращаемся к ролику. Куда ты, Таннел или Зик хочешь пойти? Честно, я бы с Глоком просто побегал.
Возьми глок, броню. Ты хочешь, ты в таннел хочешь или в зиг? На, нафиг. Ты в таннел или в зиг хочешь пойти? Пошли в таннел, пошли в таннел. Иди в таннел, Некит, со мной зиг. Возьми пачку, Дима. Все, Некит, ты взял смог? Нет. Shift, shift, shift. Два зиг, идем, идите, три таннел. Хорошо, слад. Все. Он, кстати, больше горький какой-то или соленый. Убил, все, заходим, заходим, идем. За Игреком, Игрек. Вы долбали. Зайдите! Погреб. Ай-яй-яй. Какой смог! Зайди, я дал open frag! Кстати, ребята, продвижение, второй килл. А в стендофе слышно Switch девайс вообще? Да. Это не CSGO, брат. Это надо чекнуть. Тут третий. Забавно получается, да? Да. А чё, я один остался? Всё, один в пять, тише, клатч, виннер их давай сделай это. Чё, он пойдёт? Нет? Слушайте, мне страшно. У тебя наушников нет или что? Давайте новые наушники куплю, брат. Он топал как слон. Ты как его слышал? Я его слышал. Сфокусируйся. 8-3, мы летим. Мы просто в молоко сосем. Не, ну Артём, ну у меня мы топ-1 команды или что, парни? У меня на один фраг больше. Можете собраться? Почему у нас старплеер 7-10 играет? Пауза, пауза, ребят. Хуя! У нас тест нового игрока, у нас новый состав. Я думал, будет прилив силы. Первый, блин, комом. Все, живите, сейчас, выйдем. Сейчас выйдем, Просто, стянись. Кто на, миду? Ты видишь мини-карту вообще, что мы делаем? Я фу. На миду. 7-7-7-1. Сайтуешь еще. Ну, сайт размен, минус 69, сайт. За колоссом 69. Найс. Лослоу на миду у меня. Найс. Хорошо. Давайте камбэ, собрались. Летс гоу. Что-то тупо сказал, я купил. Дань, иди на снайпер, на старт. На старт иди, Дань. На старт, окей. Давайте дефолт просто. Похолдим по карте, найдем опен и сыграем это. Прошивает это бай. Дал флеш. Можете пода стянуться, я проход попробую. Да, Дань, фейкани Б. Убил? Идите! Все, два. Я на КТ, парни. Один проход, один асай. Проход стоит, СМ-16, ждет меня. Блин, посты! Помогите Дане. Я с тобой на размене играю, Дань. Блин, прошили. У тебя раскидывай ДХ. Хорошо. Куда? Нормально, хорошо, кулачок. Сейчас эко будет у них. Брат, просто не суетись. У тебя какая-то суета. Все, почувствуй себя в своей тарелке. Все хорошо, все, собрались. 2-2-12. Круто, чел идет. Да, Дань? Yep. Бил спуск. 5-7. 5-7. Девайс. Вы че, пацаны? Никит, куда ты? Ротейт Б сделайте. Хорошо, жестко. У меня лонг. 39. Парни, у вас ган на апленту. Идите и зайдите на Б. У вас один Б. Через мид. Зайдите два мид, блядь. Попробуйте два мид зайти. Все, просто плюс В на мид бегите. Погребе, брат. Проход. Хорошо, идите. Я начал материться случайно, когда сам начал играть. Чему вы меня учите? Дима. Красиво дал? Ну ладно, это близко было, Пошли первый ход пикнем, да? Прыгай, пропрыгивай. Минус 89 дал голову. Первый ход минус 89, хорошо! Найс! 2-3, парни, сыграйте вместе. Найс. Мидл. НТ, Дань, ну 5-14. В целом ничего страшного, я понимаю, еще акклиматизация идет в команде. Сейчас вторая карта, Дань. А, мы две карты? Да, это Best of 2, это твой первый брак. А, нифига себе, так мэтчик. У тебя есть еще шанс реабилитироваться, но если сейчас ты сыграешь в минус, мы тебя кикаем. Договорились? Реально? Да, если сейчас играешь в минус, мы тебя заменяем. А на кого? Обратно Ризана возьмем, алкаша. Хотя бы не могу тогда, тогда нормально. Просто мага на убасик. Поехали! Ко второй карте. Брат, у меня вылетело. Какого хрена, братан, у нас новая карта. 8 секунд, 7 уже до конца разминки. Я, походу, не успел. Зайди! Да, нафиг. Короче, я... кол пуша. Пуша, я успел. Парни. Кстати, сейчас по приколу хотел в другую команду вообще зайти. Ты бы не зашел. Все, пуша, брат, ты сейчас пушишь ангар. Мейн, за мной, беги. Я не знаю вообще, где ангар. Иди за мной просто. На, нафиг. Все, беги, просто беги вперед. Убил мейн. Хорошо. Хелпу возьмите. Вставлю. Спину заберите. Хорошо. Еще один спина. Бля, меня изнасиловал. Один спина. Второго нет. Мне хелпа пришел спустя 5 лет. Хелпа и мейн. Двое сайт. Лучше не стреляйся так, брат. А, мне две хае. Господи.
Да, что это за позиция? Сыграй просто справа на пачку. Прыгай в окна. Мы 2 в 4 сейчас слили или что? Что это за... Давайте теки, пуш-пуш-б, просто теки. Слово... Я скажу, когда пошуметь, я зайду ПК. Иди на Б, брат, Дань. Давай-давай-давай, ПК. Иди в склад. Shift. Эль, меня свалили, ПК. У меня спина... Склад! У нас, походу, пуш сейчас будет. Найс! Еще, еще дуга, еще дуга. Ай-яй-яй. Пошлите пуш основа, как на пистолетке. Пачку 9 возьмите, просто пушим ассайд. И все, пуш мейн, брат, с нами. Пушишь мейн, запрыгиваешь на хамеру, просто выносишь весь сайт, брат. Все, let's go, давайте! На, нафиг. Я взорвал их, Сереж. Возьми хлупу, Дань! И ну, пой. Хлупу, Элю, возьми! Брат, я не знаю, где... Я зато теперь понял, где хлопа. Там, где тебя убили. Три мейн. Буст. Хорошо, все, один в один, брат, сыграй 100%. Видишь, Дань, как клатчи надо разыгрывать? Конечно, над римом надо работать, но брейн имеется, и он важен. Кулачок. Молодцы, парни. Я пробую с прицелкой поиграть. Окей, пошли 3-9, 3-9, парни. О, пойдем. Убил. Возьмите коридор, парни. Я говорю, возьми, сука, коридор, Эль, возьми, коридор! Ты не сказал мне, ты отдал другого кого-то. Да не ссы, братва, затащит. 9. Около коридора на 9, около коридора. Найс, хорошо, блин. Короче, за мейн, смеди, за мейн, смеди. Я фу, стой, не пикай, они мейн пикают. Сереж, ну ты за шину сядь. Давай ротей, давайте фейканем, типа 9 занимаем и уйдем в Б все. Я смог 9 дам на занимание, стой. Уходим просто на шифте. Я говорю, на шифте он топает. Идите все, другой я склад сыграю, я соло, не пикайтесь. У меня флешка есть сайт. Убил? Дал флеш сайт. Убил склад, дал ХЕ 9. Ставлю пачку. Сняй, пикай его, убивай. Кон! Спина и кон. Найс. Дань, кон, убивай. Запуши его, просто унись. Давай, погнали. За колонной, Дань. Кулачок. Хорошо, Дань, сейчас неплохо. На, нафиг. Встаньте, Никита и Даня, за хаммер. Просто там, подожжите флешки, они всегда флешмейн дают. Я по левой пробегу тоже за доджи. Заходите, а. Я занимаю коридор. Эль, попасть не могу. Эль, конечно, он тут! Эль, хоть стену меня убьет! Такие наверху, типы да? Всегда сейвят на десятки. Всегда. Так, Даня, что у тебя по счету, кстати? А? 2-4, ты в минусе, ты понимаешь, мы тебя сейчас кикнем? Так, сделаем то же самое, что в том раунде. Мальчик, это пока что, только это пока что. 9 дали смог. Окна. Данек, стянись, Б! Данек, уйди, Б! Уйди, ухожу. Весируй В, ребят. Весируй В, Валот. БК! Брат, я думаю, дальше что надо купить? Мэнчикус. Надо вот эту движуху взять. Пуша! Ай-яй-яй! Какую движуху? Вот эту. Что ты взял? Какой авик, чувак, ты? Мэнчикус, ты не шаришь. Данек, задолжи флешку и с авика отстреляйся. Окей. Мэнчик, ты не шаришь. Все, авика, все, иди просто. С нами. О, в ногу попал с авика. Хлопу пикает. На, нафиг фармлю очки и поднимаюсь в стабе. Брат, если ты будешь в минусе, ты будешь кик... А капитану в минус можно играть? Не, мы его кикнем за это. Живи, Даня. Хорошо, Данёк! Реализовал ВП! Брат, я же говорю, авик, это моя. Если бы я умер, прикинь, мы бы проиграли раунд. На меду есть. Давай. Блядь, не пуш? Они пушат или что? Не, просто отстреливают с ящика. Возьми пачку, иди, дугу. Дайте мою менталку 9, хорош. На, нафиг. На, нафиг, как же жестко! Окей, Дань, ты должен выйти в плюс, не забывай, это твоя главная цель на сегодня. А, да? Да, иначе ты будешь кикнуть. Ты хочешь кикнуть, быть из топ-1 команды? Я беру диффуза. На, играешь. На, окей. С Димой Старфоксом общайся с ним, это твой новый брошка. Диманчик, куда идти, Диманчик? Как по кайфу, брат. А можно на респе постоять тогда? Я тебе сейчас дам на респе постоять, играй давай. Ай-яй-яй-яй. Там на этой, я склад пикну, по-первых. На девятке, типы. Нету никого, это А, это пода. Двое у меня! Халёный один. Пошли дугу зажмём. Могу флеш дугу дать. Найс, хорош. Хорошо! Ай-яй-яй-яй, ну надо теперь уже 3 килла сделать. Брат, 3 килла, да. Тебе надо выходить плюс. Слушайте, это Б. Это не Б. Холд, это не Б, парни. Это Б, да?
Патроны, блин, я вот троих убил. Короче, идите, пикните два коридора. А ты это кому говоришь вообще? Тебе, тебе, ты, Даня и Дима. Иншалла, блин. Ты реально тупой, блин. Блин, сори, я бежал за кем-то и думал, что это Дима. За хамером, пока, можете пикнуть? Нету больше за хамером. А дай мне буст. Ну вот на эту хрень, как она называется? Коробка, контейнер. Это бадбэк как будто бы. Опа, калаш. Ай-яй-яй, на этой, на девятке. Я стягиваюсь, бэ. Это пиз... Ай-яй-яй. Чувак, я просто прыгнул, он мне дал еб... Залап первый. Убай, уже что, пофиг. Я дам буст. На, нафиг. Я знаю, где надо сыграть, Диманчик, я знаю, где надо сыграть. Мейни, здесь? Да. А он где, на? Пошлите, за хаммером. Я убил очко. За хаммером. Дим, забери 9. Блин. Это пиздец. Это хорошо. Все, 4 в 3. Убил 9, еще 9 был. Ласт пачка на платформе был. Он у тебя, Дим. Слава богу. Дань, вот зачем ты берешь АВП, если... Ну... А лапочка, топчик, мэнчик, ты не шаришь, да? Ну так, надо ее реализовывать. Ты тратишь 4000 баксов. Ты понимаешь, как трудно я их зарабатывал, чтобы обеспечить твое снаряжение в этой игре? Ты даже не представляешь, я работал годами. Парни, давайте, ласт раунд. Надо забрать, надо включиться, кулачок, Дань, для мотивации. Все, отбили. Дали флеш, выход. Дуга, вышел! Склад и дуга, общение! Дим, играй! Хорошо, дуга у нас! Даня! Сука! А кто бомбу дефает? Ты сыграл минус, Даня. Ура, меня кикают, я возвращаюсь в RGG, на, нафиг. В общем, Даня, мы принимаем решение, ты, к сожалению, не подходишь к нашей команде. Брат, ну да. Я думаю, что в RGG я хорошо разыграюсь. В RGG, брат, я думаю, самое место, там ты будешь себя чувствовать одним из них. На, нафиг. В общем, Даня, извини меня, но, к сожалению... Мэнчик, ну, Данечку Инвестору... Ты слишком слаб для Мэнчик, нашей команды. Данечку Инвестору пофиг на игру, посмотри, Даня, сколько у меня скинов, посмотри, сколько галды. Нажми сам вот на эту кнопку. А, да? Данюк инвестор. Ты дать право. Эй! Склада, блин! За плохую отыгровку, и так будет с каждым парнем. Братва и Сейнс, я вас любил, но в RGG у меня тоже братва, пока. В общем, друзья, к сожалению, Даня не подошел нашей команде. Да, мы хоть и выиграли вторую карту, но, Дань, мне кажется, тебе лучше развиваться на рынке, потому что... На, нафиг. Киберспорт не твое, ну, либо в RGG. Спасибо тебе, брат, за... Брат, это грустно слышать, ты... но зато на рынке у меня больше успехов. Ну... Друзья, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. С вами были мы, как обычно, ваши любимые клоуны. Че, может, оранжевый ютуб посмотрим уже? Это что-то нас скучило. Ну, как-то... Друзья, сейчас пойдем снимать на оранжевый ютуб, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот вылезли два ролика перед вашими глазами, перед нашими... Мне не вылезли. Ты очки сними, брат, и все увидишь. А, вот, да, поэтому с вами был я, Артем, джентльмен Сейнс и... Данек RG Инвестор. На, нафиг. Возвращаем Токсика. Всем пока.